Rainbow English, учебник, 6 класс, 2 часть, Unit 4, Step 5 и упражнение номер 9. Нам нужно написать эти слова, ориентируясь по транскрипции. Итак, первый этот звук, как бы не бойтесь его, кто его еще не умеет читать, просто читайте как «ш». Шо. Это длинное О, если с такими точечками, это длинный звук. Шо. Это слово берег. Я вот думаю, где вам писать. Давайте здесь попробуем. Шо. Берег. Нет, давайте отдельно, а то мне сейчас будет в сторону уходить. Первый. Берег. Новое из этого степа. Sky. Scraper. Небоскреб. Sky. Scraper. Третье. Nearly. Почти, практически. Пишется с буквой R, она не читается. Nearly. So. Таким образом, поэтому коротенькое слово so. Rocky. Скалистый. Rocky. Шестое. Belong. Belong. Г не читаем. Принадлежать. Belong. Grass. Land. Луг. Или земля, покрытая травой, как у вас в учебнике. И последний. Space. Или же это свободное пространство. Ой, не так. Space. Или же это космос.